Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту ГЭП, где я абсолютно без вложений на просмотре сайта зарабатываю денежку. Друзья, проект возобновил свою работу. Я вчера утром заходила, днем пробовала заходить, сайт еще не был доступен. Но поздно вечером, где-то это уже был 11 час, вот я зашла проверить, я его не удаляла. Вот. И сайт доступен. Я писала в поддержку, спрашивала, что с сайтом, на что мне поддержка ответила. У них проблемы с сервером были. Давайте зайдем. Логин. Все на месте, все мои токены, вот эти монеты, все на месте. Сейчас зайдем на сайт. И я вчера уже просмотрела всю рекламку. Как бы вот мне за вход один поинт дали. Закрываем. Это все. Закрываем. И вот у меня на балансе 5781 поинт. Зайдем в статистику, посмотрим, что у нас здесь. Вот, ну что, статистика на месте, все на месте. Вот. Далее хочу я зайти на форум. Посмотреть, что здесь у нас news, новости, возвращение. Вот. Можно почитать. Ура, заработала. Видим, круто. Ура, проект вернулся в работу. Все рады, все довольны. Ну, естественно, это надо быть глупцом, чтобы отказаться от такого проекта. Согласитесь, ребятки. Правильно? Так, наш порт. Апгрейд. И читать здесь. Ура, будем работать дальше. Видим, да? Рак. Работа платформы восстановлена. Это я вчера написала. Продолжаем работать. Неплохо, работаем дальше. Ну вот видите, все, конечно, все довольны. И вот видите, я перешла. Мне дали один поинт. Как бы здесь за наши действия даются как бы монетки. Вот. Ну и просматривать, естественно, мы как обычно работали, так и работаем. Переходим. Кликаем. Возвращаемся. Так. Должны засчитать. Что-то не засчитали. На пайер кликну. Возвращаюсь. И вот два поинта. Ну, как работали, так и работаем, ребятки. Ну, в принципе, это все. Вот. Я очень довольна, очень довольна. Выводила я здесь вот уже с этого проекта $40 у меня выведено. Ну, и счет у меня 10 на балансе. Вот. Всем удачи, больших заработков. Продолжаю работать. До новых встреч.